дальше. У нас вообще есть нечего. Иной раз у солдат просим, иной раз дадут, а иной раз не дают. Такая система. Вообще плохо. Нас как-то забыли, гуманитарку никакую не возят. Раньше АБХС какой-то возило, что-то возили на машинах. А сейчас вообще нас никто не знает. Мы на улицах там живем. 2-3 семьи, 5 семьи, 2 семьи. Во всей Забахмутке очень мало людей. Никто за нас не беспокоится. Свет давно у нас уже нету. Ни воды нет. Ну, выживаем как-то. Максимка, еще одну, да, Максимка? Сколько, да. Дай Бог, будь здоровым. Пожалуйста, одну, да. Одну, все. Все. Хлеба хватит, и всем не переживай. На линии как раз. Отсюда пуляют, вот отсюда, и отсюда пуляют. А я живу на этой самом подвале, хаваюсь. Плохо. Супер! Педучилище, седьмая школа, и поехали дальше. И центр. Мені 78 лет. У мене паралізований муж вдома. Я, якщо я вийшла сюди, то я візьму сусідам і візьму собі на неділю. На неділю, тому що отака, як я зараз лізу через вот этот мост, я не можу часто. І не всі можуть прийти сюди. Так що треба взяти собі, взяти людям, які не можуть сюди прийти і не можуть по такій грязі перелізти. Спасибо. Пожалуйста. Дальше. Дайте 4 штучки. Дві. Я пойду. Все. Даю.